Добрый день, уважаемые зрители канала Центр Магнитола. Сегодня мы вам показываем новую магнитолу в стиле Tesla для автомобиля Mitsubishi Pajero 4. Это значит Pajero, выпускающийся с 7 по практически 15 годы. Итак, вот она магнитола. Она встает взамен штатной, выполняет все функции магнитолы и еще масса функций всего того, что может делать Android магнитола. Начнем. Как видите, она имеет больший размер, чем штатная магнитола Pajero. За счет чего? Если вы знаете или помните, или видите, у вас вверху в Pajero есть такой экранчик, где масса функций. Часть функций этого экрана переходит вот сюда, то есть магнитола берет на себя эти функции. Ну а все остальное обычная магнитола с большим экраном. Итак, поехали. Что она может? Это ее домашний экран. Видите, тут часть функций штатной магнитолы, то есть она показывает отклонение по горизонту, скорость, спид, высоту над уровнем моря, компас, ну, масса всего интересного. Дальше, это экран. Заставочку можно менять, вот такие картиночки ставить, либо вы сами ставите, что вам хочется. Это обычное. Дальше идем. Навигация. Навигация, как у всех Android магнитол, Яндекс, либо что-то кроме Яндекса. Да? Все функции Яндекса здесь обсуждать не будем. Радио приемник. 36 станций настройки. Вот они все. Вот окно радиотюнера. Мы можем увеличить. И тогда увидим все наши станции настройки. Вот он, видите, какое большое. Вот они все станции. Несколько FM диапазонов, AM диапазон и так далее. Музыка. Обычный проигрыватель. Хоть здесь видим, что играет. Такая картиночка. Плюс можем там, смотрим, что у нас записано. Далее все приложения, которые на ней есть. Далее кино, на котором можем остановиться немножко потому что монитор EPS показывает очень хорошо, очень качественно. Видим, картинка просто классная. Bluetooth. Подключаем телефон и делаем что угодно. Хоть музыку слушаем, хоть разговариваем по громкой связи. Дальше MiroLink, то есть телефон как отображается, все содержимое телефона отображается на экране магнитолы. Ну, дальше браузер, мониторинг, настройки, DVR, файлы, AUX. То есть все как у стандартной магнитолы. О настройках можно остановиться подробнее, потому что настроек масса, магнитола много чего может, много чего умеет. Если вам понравилось видео, либо есть какие-то вопросы, вы всегда нам можете позвонить. Телефон будет на экране. Спасибо вам за внимание. Смотрите наш канал, ставьте лайки. Всего доброго.